Ой, два уха у меня, но я почти осел. Должен быть видеть в этом челлендже. Всем привет! Мы на канале Я Артём. И сегодня мы устроим челлендж «Не будь ослом». Не будь ослом, хватай морковку. Правила просты. Карты собрал, осел прокричал. Морковку схватил, и ты не проиграл. Но три раза проиграл, и ослом ты стал. Артём, а как кричит осел? Это, наверное, детеныш осла. А настоящий осел кричит. Уши? Да. Морковка. Все, надо. Нет, не надуй, это нос. У нас будет три раунда, чтобы превратиться в осла. Раз, раз, два, два, три, 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 пять, 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 пять. Я Артему не покажу, какие у меня цвета, а вам покажу, смотрите. Разноцветные все цвета. Кто ходит первый? Я. Давай, клади карточку сверху. Не, вот так. Оранжевый осел. Я кладу. Зеленый осел. Громко кричи, осел! Дергай морковку! И меня дергай! Это был первый раунд. У Артема одинаковый цвет попался. И он выдернул морковку, и я одеваю ухо. Я с одним ухом. Синий. Осел! Нет, это так, я первый! Я выиграл этот раунд. Я одеваю ухо осла. Артём, покажи, какие у тебя карточки там. А? Тёма, я хочу выиграть, Тёма, я не хочу быть ослом. Я выиграю. Я выиграю. И я не буду ослом. Кричи! Осел! У меня появляется второе ухо. Ой, два уха у меня, и я почти осел. Да. Не остался всего лишь нос. Кто же победит в этом челлендже? И о! Прям как раз, раз, два, два, три, четыре, пять, 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 шесть, шесть. Так, одно ухо, нос, и морковка. Не забываем кричать «осел», когда выпадают два одинаковых цвета. Ходи первый. Зеленый. Синий. Оранжевый. Синий. Оранжевый. Осел! Осел! Раз, раз, два, два, три, 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 пять, пять, шесть, шесть. Так, поехали. Синий, зеленый, оранжевый, зеленый, зеленый, кричи! Зеленый! Осел надо кричать, а не зеленый, осел! Играем финальный раунд! Да! Кто же возьмет и станет настоящим ослом? Оранжевый, зеленый, синий, зеленый, синий, оранжевый, зеленый, синий, синий, зеленый, оранжевый. Осел! Да подожди, у нас не попал, не получается, пока ты сейчас. Очень тяжелый и напряженный третий раунд. Зеленый. Синий. Осел! Yeah! Артем по-честному победил в третьем раунде. Тема уже танцует. Танец ослика. Если вам понравился наш челлендж «Не стань ослом», прямо сейчас возьмите, подпишитесь на наш канал «Я Артём», потому что вас ждет много-много интересных челленджей, видео и всего-всего самого крутого. Пока! Я почти осел, должен победить в этом челлендже. Осел!